30 августа город Волжск с рабочим визитом посетил глава МРЭЛ Юрий Зайцев вместе с профильными министрами региона. В школе номер 4 руководитель республики проверил модернизацию и укомплектованность специальных учебных кабинетов в рамках нового направления для этого образовательного учреждения – кванториум и класс беспилотных авиационных систем. И параллельно вот здесь у нас начинается как раз вот эта инновация, современные наши новые направления. И здесь кванториум и беспилотники рядом. Создание подобных технопарков обеспечивает развитие у школьников современных компетенций и навыков, в том числе естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирование критического и креативного мышления. Можно проводить исследования, то есть брать пробы воды, там еще какие-то исследования. То есть это вот все позволит вовлечь ребят в предмет тот или иной и достичь какого-то определенного результата. Освоение робототехники и 3D-моделирование необходимо в современном производстве, чему и будут обучаться будущие волжские специалисты. Но здесь, кроме вот роборуки, есть у нас еще 3D-принтеры. Они тоже в линейке входят в состав робототехники. То есть, если есть какие-то элементы, да, которые, возможно, сломались, да, и требуют какой-то замены, то можно будет на 3D-принтерах распечатать эти элементы и, соответственно, дальше использовать эти элементы в своей конструкции. Или, может быть, даже придумывать какие-то свои новые конфигурации элементов. В общем, полет фантазии для детей. Ну, хорошо. Для педагогов. Также Юрий Зайцев уведомил волжан о строительстве нового здания школы номер 6 в микрорайоне «Машиностроитель» и прокомментировал действия людей, связанных с политикой, которые в преддверии выборов спекулируют на этом вопросе. Вопрос такой актуальный, действительно. Ну, во-первых, это касается прежде всего учеников, которые сейчас в несколько стесненных условиях находятся. Ну, школа, она признана аварийной, там находиться просто нельзя. Вернее, строительство новой школы, оно сейчас в программе Министерства просвещения. Общая программа, куда в том числе входит школа номер 6, она сейчас находится на согласовании в правительстве Российской Федерации. Поэтому вы абсолютно правильно сакцентировали внимание, что кто-то на этом спекулирует. Я в таком случае, знаете, люблю так говорить, что приходи сюда, сделай. Вот встань рядом со мной и сделай. Прежде чем критиковать, обсуждать, не понимая предмета, не понимая ситуации. То есть кто-то говорит, а вот там школу, когда же они ее сделают? Да тогда, потому что есть определенные правила, которые мы проходим, согласование и так далее. Решение по строительству новой школы, оно принято. С учетом последних инновационных тенденций, навыки дистанционного пилотирования и инженерия беспилотных авиационных систем становятся доминирующим направлением. С этого года учащиеся некоторых школ города будут обучаться этому в рамках дополнительного образования. А позже данная дисциплина будет интегрирована в обязательный образовательный процесс. В следующих выпусках мы подробнее расскажем об этом новшестве в школе. Далее Юрий Зайцев осмотрел Центральный парк культуры, который ждет своего возрождения и благоустройства благодаря недавней победе в федеральном конкурсе. Сами видите, в каком вот состоянии, ремонта практически не было, кроме освещения центральной входной арки, здесь все. После реконструкции, вот благодаря этому самому проекту, появляется очень много зон. И спортивные отдельные, и для пожилых людей, и детские у нас отдельные. То есть это вот реновация, это то, что здесь вот именно. Это эскизы нового проекта, который мы Включая защищали. Включая даже зону отдыха у воды, правда, воды там немножко, но, надеюсь, когда-то будет, после хороших дождей, будет, конечно, все изменено. Молодцы, что сформулировали проект именно так, чтобы он выглядел достойно, обоснованно, и я очень рад. И обязательно доделайте, мы обязательно приедем на открытие или уже после сразу. Я хочу посмотреть. В процессе приезжайте. Очень объемный проект. На реновацию парка будет выделено более 96 миллионов рублей. Благоустройство подразумевает возведение спортивных и детских площадок, новые тротуарные дорожки, места для отдыха и массовых культурных мероприятий. Юрий Викторович, тротуарные дорожки, потом будет спортивная зона, если видите, футбольное поле, Да. Потом мы хотим синхронизировать это и с проектами местных инициатив, то есть здесь будут и площадки для детей маленького, среднего возраста, и вплоть до очистки русских.
русло речки Коноплянки. Также глава Мариэл проверил ход работ восстановления здания бывшего кинотеатра «Родина», где в скором времени планируется открыть детскую школу искусств. Напомним, проблема реконструкции значимого для волжан объекта времен Советского Союза озвучивалась неоднократно. И благодаря действиям правительства республики в ближайшем будущем город сможет увидеть итоговые результаты проделанных работ. Как Министерство культуры дали свои обязательства, хоть мы и вывели из объекта культурного наследия, но обязательства свои по сохранению облика. Да, мы все полностью сохраняем, вплоть до даже надписи кинотеатра. Нет, это, я считаю, это одна из самых, наверное, таких серьезных знаковых строек, вот, которая сейчас в городе проходит. Когда мы планируем сдачу? В декабре месяце. Вот строители, Владимир Юрьевич, нам... Успеем, да? По итогу проверки социальных объектов Волжска в городской администрации состоялось совещание, где Юрий Зайцев поделился своим впечатлением о проделанной и текущей работе. Работа идет. Трудится и руководство города, и правительство республики. Город уже видно, что на глазах он преображается и будет преображаться дальше. Что-то сейчас мы на дороге выделили. Все равно, много ли, мало ли. Ну, несколько десятков миллионов точно. То, что здесь нужны миллиарды, это тоже факт. Постепенно будет. В заключении своего визита глава Мариэл посетил новый православный храм Владимирской иконы Божьей Матери в микрорайоне Мамасева. Инициаторы и главные организаторы строительства храма поблагодарили Юрия Зайцева за оказанную им помощь. Здравствуйте. Здравствуйте. Огромное вам спасибо за помощь, что поддержали нас, помогли с покупкой зимнего леса. От нашего прихода. Благодаря вам построили. Спасибо огромное. Вот моя книжечка «Ольга Рождение», которую я написала, и наша мученица, родственница, преподобная мученица Юния Тамара. Юния Тамара, знаю, да. Руководитель региона ознакомился с историей возникновения храма в этом месте и по православным обычаям приложился к иконам. Праздничная служба и официальное открытие для всех прихожан запланировано на 8 сентября.